На этой звуковой странице вы встретитесь с активным деятелем революции Иваном Яковлевичем Врачевым, с человеком, которого не смогли сломить ни сталинские лагеря, ни ссылки, и который до сих пор не восстановлен в партии лишь потому, что когда-то входил в так называемую троцкистскую оппозицию. Иван Яковлевич, ну, насколько мне известно, ваша причастность к троцкистскому блоку впервые обозначилась на 13-й партконференции, где вы выступали в защиту Троцкого. Я же на конференции действовал индивидуально. Никто меня на трибуну не толкнул. Никто мне никаких советов не давал. По своей инициативе. И я был уверен, что это вымысел Сталина об организации. Если помните, я внес предложение проверить правильность заявления Сталина, создать особую комиссию и, если подтвердится, наказать за нарушение решения 10-го съезда партии. И его провалили. Как же можно под сомнение брать то, что утверждал Сталин? Причем в то время я не мог знать о письме Ленина съезду партии. Не мог. А когда узнал, увидел полное совпадение. Ленина тоже беспокоил вопрос, чем закончатся эти отношения между Сталиным и Троцким. И Сталин ничего вам не ответил? Абсолютно. Причем тогда еще не был реконструирован зал заседаний. Вот тут я выступаю, а вот тут Сталин, я ему обращаюсь, дайте нам ответ. Промолчал. Я сказал, дайте ответ, а на съезде партии мы узнаем, будете вы выполнять его или нет. А в это время голос Ламинадзе. Тебя на съезде партии не будет. Я сказал, да, пожалуй, не будет. И все-таки я был. И встречались со многими членами ЦК. И вот в одной из перерыв встречаю Сталина. Ты почему ко мне не пришел? Не хотел вас беспокоить. Напрасно. Потом хлопнул меня по плечу и говорит, бросай свою гнилую фракцию. А я был так тогда настроен. А я отвечаю, это ваша фракция гнилая, а мы защищаем интересы передовых отрядов рабочего класса. Мы не фракция, мы партия. Я говорю, кто палку взял, тот и капрал. Ну, конечно, такой дерзости и смелости Сталин ведь не мог простить. Я знаю, что у вас потом были и ссылки, и лагеря, хотя ваше выступление на 13-й партконференции нашло ведь поддержку у старых большевиков. После того выступления я стал каким-то модным человеком. Незнакомые люди, старые большевики, выражали мне сочувствие, одобрение. Оказался в ореоле всеобщего внимания. Вернулся в Тифлис. Телеграмма. Освобождаюсь от должности и обязан выехать в распоряжение Центрального комитета партии. Пришел к райком, к Александру Федоровичу Мясникову прощаться. А Александр Федорович говорит, товарищ Федоров, чего вы торопитесь? Вам надо отдохнуть, поезжайте в Абхазию. Уговорил. Потом вдруг спрашивает, а вы Льва Давыдовича навестите? А он уже был в Сухуми. Передайте нашу просьбу. Когда он закончит лечение и будет возвращаться в Москву, пускай остановится в Тифлисе. И я пригласил Троцкого. И он принял это приглашение. И знаете, как его встретили? Но весь город был разукрашен, на балконах ковры вывесили, портреты его, а затем на Ереванской площади был парад войск Красной Армии, и Орджоникидзе до хрипоты голоса кричал по-русски и по-грузински, да здравствует войск Красной Армии товарищ Троцкий, до хрипоты. А когда вы были в Сухуми, беседовали с Троцким? Ну, видите, это было для меня редкая возможность. Потому что я оказался его гостем и был около двух суток. Вот очень долго обо всем беседовали, и я узнал очень много. Но что особенно запомнилось мне, что о Ленине он тогда говорил с исключительным уважением, каким-то теплом. И потом, помните, как он отреагировал тогда в своей первой статье? Вы имеете в виду статью, вышедшую после смерти Ленина? Я вас проведу на память только, конечно, сейчас. А как мы будем жить дальше без Ленина? Не собьемся ли мы с пути? Нет, не собьемся. Потому что мы будем продвигаться с фонарем ленинизма в руках. Это было впервые
признание им ленинизма. Потому что раньше он от этого воздерживался, потому что когда его обвиняли в троцкизме, и все, троцкизм, 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 это очень-очень важный момент. Вот одна из причин его поражения заключается в том, что все-таки он был сторонником единства, оберегал единство, понимаете? Ведь вот такой же факт. Когда Ленина не стало, ведь ему предложили на очередном съезде партии выступить с отчетом вместо Ленина. А он отказался. Отказался. Чтобы не дать повод, что вот он стремится занять место Ленина, понимаете? Чтобы такой резонанс не получился в кругах партии и советской общественности. Отказался. А вот же Микоян даже отметил, что на 14-й конференции Троцкий воспроизвел какое-то известное английское выражение, сказал: «Ошибается партия, моя партия». И заявлял: «Руки по швам, надо восстановление выполнять». Вот это был его вклад в дело ликвидации фракционности. Вот так я считаю. Мнение Ивана Яковлевича может показаться кому-то спорным, но перестройка дала нам право смотреть на историю революции непредвзятым взглядом. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Гурген Оганесович Тонус, Юрий Михайлович Маркелов служили в разведке, воевали в разных частях, на разных фронтах, а познакомились в Кругозоре. Это было в Венгрии на озере Балатон, зимою, озеро замерзшее, и до другого берега километров 10-11. И очень долгое время не могли взять языка. И вот меня вызвал начальник разведки, я с ним воевал, он знал меня великолепно, но тем не менее он меня предупредил: вот завтра пойдешь, возьмешь языка, получишь орден Красной Звезды. Не возьмешь, пойдешь под трибунал за невыполнение приказа. Меня вызвали в штаб дивизии. Бери группу. И вот тебе задание: взять языка. Собрал своих ребят, послал саперов. И они проделали проход в проволочном заграждении. И вот с наступлением сумерек мы решили уже туда идти. Мы были экипированы очень неплохо. Нам давали бронированные панцири в виде жилета такого. Защищает грудь и спину. Шли мы этот километр несколько часов. Потому что немец, он все время запускал эти осветительные ракеты. И вот, наконец, мы приползли к самому брустверу немецких траншей. Четверо. Мы пошли четверо в немецкой форме. Ну, сверху белые халаты, зима. Но ночью сбились с ориентиров и вышли прямо на пулеметную точку. Ну, и слышу, значит: стой, кто идет. Положение безвыходное, мы на льду, как на голом столе. Ну, я встал и быстрым шагом к этому пулеметчику, их там трое было, расстегнул белый халат, под ним эсэсовская форма, развернулся, врезал ему в ухо и по-немецки ему сказал: ты что, не видишь, кто идет? Он вытянулся. Я говорю: ну вот я вернусь, еще разберусь. И таким образом мы прошли Тигань. Ну, ночь, где там брать, кого брать, неизвестно. Думаю, в крайнем случае, этих пулеметчиков на обратном пути заберем. Потом смотрю — госпиталь. Ну, а канализация же не работает. Стоят временные уборные. Ну, думаю, за ночь-то кто-то выйдет же. И вот мы сделали там засаду возле этого туалета. И вот я опускаюсь с группой в траншею. Прошли мы метров 200, и прямо на меня идет немец. Я ему, значит, хэндехох. Он что-то замешкался, начал орать. Мы сбили его с ног и стали кляп ему затыкать рот. И солдат, который стоял за мной, он решил, значит, успокоить этого немца. Но вместо того, чтобы ударить ему по голове, он ударил мне по затылку этим прикладом. У меня в глазах искры. И я завалился, значит, этот немец лежит. Потом я кое-как очухался, и я говорю: ребята, отход. Встаем, зацепили этого немца за ноги, чтобы проволочь его к проходу-то.
потому что тут минные поля, проволочное заграждение. И тут напротив меня стоит какая-то фигура. Я говорю: «Магарамов, помогай». Оказывается, со стороны подошел немец и не поймет, какая-то заваруха здесь. Когда я ему сказал по-русски, я вот как сейчас помню, струя огня, он в упор бьет в меня из автомата. Он попал мне как раз рикошетом в панцирь, пробил обшивку и прочертил просто. Ну, пролежали в снегу, наверное, минут 40. Слышим, шлепает кто-то. И вот Ваня Гробовой, он здоровый такой парень. Он его сгреб, один раз ударил его, ну, у него кулак как кувалда. Взяли мы этого немца, он в одном белье и наброшена шинель. И потащили его на ту сторону. Оказался удачный язык, связист. Вот таким образом все мы четверо получили ордена Красной Звезды. Вместо того, чтобы уйти под трибунал. И в это время раздался выстрел, и этого фрица убил мой солдат. И этот огромный детина немец мертвый, он сваливается на меня и прижимает меня, значит, к этому фрицу. Я лежу как бутерброд между, так сказать, живым и убитым немцем. И вдруг слышим, бегут немцы по траншее, орут: «Русь, сдавайся». Мы бросили этого самого немца и стали уходить в сторону прохода. Но с той стороны тоже бегут немцы, мы, в общем, в клещах. И мы начали вылезать из траншеи, из этой, не там, где мы пробили проход, а вылезаем, где только возможно. Помимо всего прочего, у меня башка трещит до такой степени от удара прикладом, что я нахожусь в какой-то полупрострации. Вдруг с нашей стороны, я вижу, бежит группа людей. У меня осталась последняя граната. Думаю, так, если немцы обходят, я сниму кольцо, разожму, так сказать, руку и все, потому что я не хотел попадать в плен. И когда я увидел, что свои, я развернулся и бросил эту последнюю гранату в сторону немцев. Когда, наконец, мы добежали, долетели до своей траншеи, спустились, я чувствую: боже, жив, все живы. Мне бы хотелось, чтобы какую-то эстафету нашего поколения приняли молодые наши солдаты, которым тоже и в мирное время достается крепко. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни соврать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Хотите – верьте, а хотите – проверьте. Но то, о чем рассказал исследователь аномальных явлений Борис Аполлонович Шуринов, ни на что не похоже. В 1984 году, в конце июня, один москвич возвращался домой после тренировки, и вдруг ему стало плохо. Ноги стали подкашиваться, и на этом он отключается. Во время опроса очевидца пытались проверить всевозможные методики, методику подсказки. Не прошло. Методику недоверия не прошло. У него был свой уникальный пережитый им случай, и он за него крепко держался. С другой стороны, он ни разу не видел этого объекта со стороны. Он не знает, что это было. Он не называет объект летающей тарелкой, каким-то неопознанным летающим объектом. Снаружи он ничего не видел. Он только видел то, что было в середине. Приходит в себя какое-то помещение. Он такого никогда в жизни не видел. Перед ним сидят две фигуры людей. Людей. Другого слова он не знает. Ну, с той разницей, что они были лысые, но в конце концов это никакого у него удивления не вызывало. Это были люди. Он сидит в кресле. С правой стороны от него такое же кресло, но пустое. Удобно сидеть, но при этом ноги несколько до пола не достают. На ощупь подлокотники бархатные, но с очень коротким ворсом. Он пытается его схватить. Не получается. И он начинает думать, что же было? Почему вдруг мне стало плохо? Наверное, я был голоден. И вот тут поворачивается к нему левая фигура. Встает. Он тоже поднимается. Фигура гораздо выше ростом, чем он. В пределах 2 метра, может, даже больше. И ему протягивает какую-то таблетку. И моментально в голове сигнал. Съешь таблетку. Он боится, потому что он понимает, что если таблетку съесть, то неизвестно, что будет дальше. Однако вот тут вот какая-то неясность. Он таблетку берет, и он ее принимает.
но не может вспомнить, была ли вода, запивал ли он ее водой. Как только таблетка оказывается у него во рту, моментально исчезает мысль о голоде, и он спокойно усаживается на свое место. Потом туман, он ничего не видит. Состояние, в котором он находился, можно было бы сравнить с состоянием больного после операции. Иногда по сторонам он замечает какое-то появление тумана, легкая дымка. Лицо второго человека он не видел, тот ни разу не поворачивался. Потом вдруг все высвечивается по периметру, стенки делаются прозрачными, и он отмечал такое явление только, пожалуй, дважды. Первый раз ему были видны яркие, не мигающие звезды на абсолютно черном небе, а второй раз что-то, что он называет землей. Земля. С той разницей, что постройки были очень странные. Они имели самые различные формы. Там были кубы, какие-то были сферы. Снова туман, он не помнит ничего, и снова приходит в себя полет. Больше ничего уже не высвечивается, он ничего не видит. И вот тогда возникает проблема возвращения домой. Он начинает думать, как же так? Ведь дома же волнуются мать, отец, жена. И тогда ему говорится, опять-таки он не понимает как. Позвони по телефону. Но телефона-то ведь нет. И тем не менее он поднимается, как если бы он понимает, что нужно делать, и проходит к какому-то непонятному пульту, который стоял перед сиденьями. Там он видит странные клавиши. И вдруг замечает, что на клавишах есть цифры. И думает, что это, вероятно, своего рода телефон. Он нажимает на клавиши, набирает свой номер телефона и слышит голос матери. Она спрашивает, кто там. И он кричит, это я. Но понимает, что мать, видимо, ничего не слышит. Все стихает, он снова набирает телефон, голос жены. Он снова это я, но ему ясно, что все это впустую. И как ни странно, при этом вдруг у него появляется ощущение, что все, это больше его не интересует. Он спокойно возвращается на свое место. И, наконец, последняя стадия возвращения домой. Его спрашивают, где он живет. И на плоском экране появляется план Москвы. И вот он глазами поймал ту самую зону, где находится его дом. Правда, здесь меня одно вот тоже интересует, я не знаю, как это объяснить. Возможно, просто стечение обстоятельств, как было бы иначе, мне неизвестно. Но он живет там, где находится метро. То есть в том самом куске, который на карте отображен. И это место на плоском экране несколько раз увеличивается. План увеличивается, потом снова у него затемнение в голове, и он приходит в себя, стоящим недалеко от своего дома, буквально в двух шагах. Пустырь, никого нет, моросит дождь, и он совершенно сухой. Опрос свидетеля. Запись скрытым микрофоном. Это вот нет пустырь, который там около метро, и такой большой, да, все непонятно. Там пустырь, дождь был. И добежали домой, а мы успели еще измокнуть. Да, мама, да, я смотрела в окно, и говорит, он очень быстро бежит. И он прибежал, и весь сухой. Понятно. Он кидается домой, убегает. Дома, конечно же, были уже волнения, потому что он не из тех, кто так вот просто загуливает без телефонного звонка. Теперь, наверное, вы спросили бы меня, наверное, что касается телефона. Да, его мать и жена слыхали телефонные звонки. И телефон себя вел странным образом. Это не были звонки городские, это не было междугородним длинным звонком, но телефон звенел, звонки были очень странные. Первой подошла мать, но, увы, никто не отвечал. И вот тогда интересная мысль у жены. Она подумала, кто-то из друзей, и просто, заслышав голос матери, не хотели что-то говорить, поэтому, когда были повторные звонки, она кинулась первой к телефону, но тоже ничего не было. Вот такая загадочная история. Он все рассказывает. И моментальная реакция отца. Никогда никому больше этого не повторяй. Космос полон загадок. Но на Земле среди нас есть люди, причастные к таинственным космическим явлениям. Знакомьтесь, шаманша в четвертом поколении. А ныне генеральный директор Центра тибетской медицины Галина Дашиевна Докжина. Выйти на биосферу Земли, выйти в человеческую сущность, в систему человек, природа, Земля, и войти в психику человека, войти и лечить олигофренов, инвалидов первой группы, вторых групп, диабетиков, сердечно-сосудистую систему, даже онкологические заболевания, по всем энергетическим чакрам, дать человеку свою энергию, чтобы человек поднялся. Мои учителя, что ламы, что шаманы, по 30, по 40 лет были в тюрьме. А меня лично тоже садили. За мои прогнозы мы можем иметь какое-то влияние на природу. Мы можем приостановить дожди, мы можем вызвать дожди, что я и делала. Могла бурь, штормовые предупреждения, которые давались, или наводнения, я их аннулировала. Продолжение в ближайших номерах.
Как известно, Россия приняла христианство от Византии. В 988 году князь Владимир крестил Русь. Этот момент можно и считать точкой отсчета для истории русских колоколов. Об истории возникновения колокольного звона на Руси рассказывает крупнейший специалист в области древнерусской музыкальной культуры, сотрудник издательского отдела Московского патриархата Анатолий Иннокентьевич Шатов. Колокольные звоны имели очень существенное значение в жизни людей. По сути дела, колокол как бы размерял жизнь человека от рождения до самого последнего его часа. Здесь следует заметить о той сосредоточенной работе, которая предшествовала появлению колокола, когда колокольный мастер, приготавливая себя сосредоточенной духовной работой над своим произведением, хотел создать колокол, издающий звуки, которые произвели в нем такое состояние души, которое заставило обратить свой взор на небо, устремить себя всего к той великой истине, о которой он, колокол, как глаз неба, должен был возвещать. Я действительно замечала, что даже люди, которые далеки от религии, когда они слышат колокольный звон, они вот невольно останавливаются. Но это я говорю об обычных людях. А что же может испытывать от колокольного звона человек, который 48 лет из прожитых 83 поднимается на колокольню, вот как Владимир Иванович Машков, один из лучших звонарей столицы. Это звонарь Новодевичьего монастыря. Владимир Иванович, вы на многих колокольнях уже звонили. Какая из них самая красивая вам по душе? Мне по душе? Вот я любил Богоявление в Елохове. Я считаю, что это была моя школа колокольного звона. Храм Преображения – это был институт колокольного звона. Церковь Петра и Павла – это были курсы повышения квалификации. А колокольня Новодевичьего монастыря – академия. А на колокольне Ивана Великого вы бы хотели позвонить? С наслаждением, конечно. Там же колоколов масса было, и колокола большие по 400 пудов, под большой колокол там 3800 пудов. Язык его раскачивало 4 человека, а потом, когда он звонит, только двое. Полна Ивана Великого колоколов, но они законсервированы. Сейчас мало очагов в Москве, где колокола есть. У нас есть в Новодевичьем, Богоявлении в Елохове, но там сделали механический звон. Ничего звон у Донской Божьей Матери, у Петра и Павла на Солдатской. Но это все не те колокола, не тот размер, не то их количество, что было раньше. В Чертизове есть колокола у Ильи Пророка. Вот хороший набор тех колоколов еще у Никола Кузнецкого. Это, по-моему, вторая церковь в Москве. Вот наша первая по качеству колоколов. Вот я слышал в свое время звон колокола в Звенигороде. Это 2500 пудов в нем было. Это был лучший колокол России. И вот мы вечером, возвращаясь с прогулки, услышали звук этого колокола. Вы знаете, вот честное слово, у нас у троих ноги к земле прилипли. Удара колокола не было слышно. А вот как морская волна, вы знаете, конечно, море, когда вот набегает волна на волну, вот такой вот звук был. Звук на звук наплывал. Вот так. Но это чарующий был звук. Его разбили этот колокол. Ну же, это варварство же. Тяжелые мы дни переживали. Это естественно, потому что ведь уничтожалась и не только красота, не только музыка необыкновенная. Уничтожалась ведь и вместе с этим память, история. Да, сейчас за это дело взялись и даже хотят храм Христа Спасителя восстановить. Он стоил около 25 миллионов золотом в свое время. И ведь его строили как? Ходили по России сборщики с кружечками, по деревням, по копеечкам собирали. Это очень сложное дело.
Там были и мраморные доски, и там были имена всех георгиевских кавалеров Первой Отечественной войны. Вот стихотворение было, его написал родственник поэта Аксакова. «Прощай, хранитель русской славы, великолепный храм Христа, наш великан золотоглавый, что над столицей блистал. С тобой исчезли отголоски великого Бородина, исчезли мраморные доски и с ними храбрых имена». Для Ростроповича патетическая симфония Чайковского – это симфония «Судьба». Он дирижировал ею перед отъездом из Москвы и в Москве же, в Большом зале консерватории, 16 лет спустя. Толпа встречающих, музыкантов, репортеров, давних поклонников Ростроповича и Вишневской ждала их приезда на аэродроме в Шереметьево. Браво Ростроповичу! Было ясно, что разговор с приехавшими в Сутолоке не получится, публика расходилась. Я подошел к одной из лучших наших виолончелисток, ученице Ростроповича, заслуженной артистке республики Виктории Яглинг. Скажите, пожалуйста, какое значение вы придаете приезду Ростроповича? Вы знаете, я глубоко счастлива, что наконец я смогу увидеть своего великого профессора, которого я лично не видела 15 лет. Поскольку меня тоже никуда не выпускали 11 лет из этих 15, то я, так сказать, вдвойне счастлива, что я могу его увидеть в родном нашем городе. Я знаю, что вы глубоко образованный музыкант, и во всяком случае история виолончельного искусства вы знаете хорошо. Какое его место в этой истории? Я думаю, первое. Концерт Дворжика, фрагмент вы только что слышали, был единственным произведением, в котором Ростропович в недавний свой приезд в СССР выступил как виолончелист. Всем остальным симфониями Чайковского, как было сказано, Шостаковича, Прокофьева, а даже для струнных Барбера, театральной, балетной музыки он дирижировал. Прокофьев, Ромео и Джульетта, Смерть Тибальда. Под управлением Ростроповича Национальный симфонический оркестр США. Мне показалось интересным чуть-чуть заглянуть в прошлое, в начало Ростроповича, дирижера оперного, в его первую оперную работу, постановку «Онегина» в Большом театре. Я знал, что в тот момент в оркестре Большого театра играл критик и музыковед Анатолий Агамиров. Анатолий Сурянович, расскажите немного. В чем же заключалась, прежде всего, сверхзадача режиссерская, которую поставил Ростропович? Он прекрасно понимал, что опера напрасно называется «Евгений Онегин», как называется роман в стихах у Пушкина. Опера должна называться «Татьяной», поскольку Татьяна – главная героиня оперы Чайковского. Ей отдана лучшая музыка. Ее музыку Евгений Онегин повторяет в финальной сцене.
И действительно, вот я помню, как Покровский вместе с Ростроповичем, просто сидя в партере Большого театра, разговаривали о том, что Татьяна вообще необыкновенная героиня. Это же женщина-авангардист, девушка-авангардист. Вы подумайте, в 19 веке в провинции, в помещичьей семье родилась милая, прелестная, невинная девушка, которая сама пишет любовное письмо заезжему столичному франту. Вот это так выглядит на поверхности. Но по меркам начала 19 века это невероятный поступок. Что Татьяна невероятная женщина. И именно так трактовала эту партию Вишневская. Пела она блестяще. Ну, я там должен оговориться, мне кажется, что она была несколько агрессивна в этой партии. Ну, уж таков личный стиль. Хотя вокально это было изумительно. И в заключение короткий разговор с Мстиславом Леопольдовичем о «Кругозоре». Славочка, для журнала «Кругозор», пожалуйста. Мы когда-то первые к вам пришли с пластинкой гибкой. Скажите два слова. Да, я очень люблю это название прежде всего. Потому что «Кругозор». Да, «Кругозор» – замечательное название. Особенно, когда «Кругозор» широкий. Я думаю, да. Я думаю, что вы, конечно, завоевали и еще завоюете большую любовь широтой своего «Кругозора». Здравствуй, Вульф, приятель мой. Приезжай ко мне зимой, да языкового поэта захвати ко мне с собой, погулять верхом порой, пострелять из пистолета. Лайон, мой курчавый брат, не михайловский приказчик, привезет нам право клад. Что? Бутылок полный ящик. За пируем уж молчи, чудо жизни анахорета, в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы. Мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, без надежды, то робостью, то ревностью томим.
Бог, любимый быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения? Уж мало ли любовь играла в жизни мной, уж мало ли бился я, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых Кипридой. Они исправлены стократной обидой. Я новым идолом несу мои мольбы. Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, задвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Хранила колечко со правой руки, забила сердечко. Разыгрались.
Come me, senza te, quando tu spacchi il vetro, come me, senza te, quando stai in agguato. Come me, senza te, e quando sei disperato,
quando torno a lei mi faccio quasi pena. E più che non ci sei, e più che voglio te. Voglio ancora le tue dita che graffiano la schiena. Lei non è una via d'uscita, e forse non ce n'è. E quando sei disperato come me, senza te, quando sai di essere sbagliato come me, che muoio senza te. A telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nei giornali della sera. Nel banco di una cameriera, ma perché ogni giorno qui è di sera? Porto un uomo e da solo perché ha in testa strani tagli, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso l'uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, chi è ghiacciato più di noi? Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza dopo soffocarci con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Come on!
мной наступает вечер, лысый швейцар зажигает свечи, пудрится цирк в ожидании встреч с голодною толпой. Через миг на арене алой вырастет мир на утеху зала, белый маньяк заплетет устало битой головой. Белый клоун, белый мученик, ранит смеха пьяно жгучего, будет издеваться над собой. Вечером есть у него заботы, ведь унижение его работа, но посмеется последний наш невидимый герой. Бюро поменяет маску, новый из тех, кто над ним смеялся, превратится в гной. Клоун не зря помнит эти лица, вечером шут, а теперь убийца. В душном трактире он отрешится пьяною ордой. Кабаке свизгливость скрипкой за столом, от грязи липки будет хохотать он за домой.
Это из-за чего Россию нужно было довести, чтобы в ней водки не хватало? Водку московскую и столичную можно только за границу купить. Пиво хочешь выпить Жигулевского, езжай в ФРГ. Рижского в Финляндию. Я боюсь уже утром газету читать. Вдруг, думаю, они Москву-реку продали. Открою на кухне кран, а оттуда вместо воды большой привет от всех народов. У них ума хватит. Нефть продали, газ продали, мех продали. Я по ночам кожу свою ощупываю. Вдруг ее уже нет. Космонавты рассказывают, что когда они из космоса нашу страну наблюдают, они кроме наших жадно распахнутых глаз ничего не видят. И еще транспаранты. Перекуем мечи на Араву. То есть на Араву. Ну, короче, перекуем все, что наковали, когда на нас орали. Из горя даже выпить нечего. Даже древесину решили японцам продать, из которой вот сучок гнали. А они взамен обещания не производить без лицензии коромысла, ухваты, автомобили кубанец и матрешки. Тем более, что они у них страну узкоглазые получаются. И называются русская девушка смеется от счастья. До чего дошло? Военный самолет летом сам, без пилота, улетел на запад. Это железки уже бегут за границу. Ведь он, собака, почему-то не полетел в какой-нибудь Пермяцкий национальный округ. А рванул туда, где твердая конвертируемая валюта. Космонавты рассказывают, что и летающие тарелки — это не тарелки, а наши беглецы. А светятся, потому что так питались. Впрочем, это гипотеза. И это, возможно, светится и пучкуется энергия Алана Чумака. Но я лично в это не верю. Я специально поставил перед телевизором бутылку водки. Зарядить хотел. Во-первых, кто-то половину выпил, когда я отвернулся. Во-вторых, как была отрава, так и осталась. Ее не селедкой, а антрацитом закусывать надо. А нашу столичную, московскую, какой-нибудь буржуй ведрами глушит. И приговаривает, так им комиссарам и надо. Не будут революции делать. А я ему скажу так. Мы сделали, потому что нам обещали мир народам, земля крестьянам. Фабрики рабочим и хрен с маслом прочим. Вот мы и ждем. И дождались. Если то, что происходит в стране, перестройка, тогда я московская красавица. У меня по арифметике двойка была, но даже я не понимаю, почему в стране 300 миллионов, а вагоны разгружать некому. Это или у нас продуктов больше, чем людей, или дураков больше, чем умных. Выражаясь по-научному, моя хата с краю пропасти стоит, на меня урод глядит. У него в руках бревно, у меня в душе надежда. На съезд депутатов, которые большинством голосов создат еще одну комиссию, и она доложит нашим потомкам, почему мы окачивались. Живем, понимаешь, как в бане. Все голые, кругом шайки. Пару напустили про новые мышления. Выражаясь по-научному, хорошо тому живется, у кого галоши есть. Можно в них ходить поуже, можно там галоши съесть. Голова уже отказывается соображать, я спинным мозгом думаю. Как задумаю спинным мозгом, мурашки по всему телу. От страха. Такое ощущение, что в зоопарке открыли все клетки и сказали, у нас демократия. У кого зубы острые, тот самый справедливый. Кто быстрее бегает, самый умный. А тот, кто работать может, того съели. А человека в клетку посадили и табличку повесили. Гомо опустил с нитрата ядной.
охраняется законом. Кормить, когда взвоет. По чайной ложке 3 раза в день 8 марта. Выражаясь по-научному, жизнь дается 1 раз сначала в нос, а потом в глаз. Один русскоязычный населенец по секрету говорил, что перестройку капиталисты придумали для экономии своего военного бюджета. И точно, вывели войска из Афганистана и ввели в Азербайджан. Выражаясь по-научному, в гараже стоит машина, под машиной Ванька. Все бы было хорошо, если бы домкрат не сломался. И сейчас, когда я слышу песню «Широка страна моя родная», меня дрожь охватывает. В спинном мозгу мысли, куда бы убежать, а в ушах слова, что через 20, 30 или 50 лет у нас все будет так хорошо, что и умирать не захочется. Выражаясь по-научному, если тебе на уши вешают лапшу, садись на плиту и вари на медном огне до кипения. И когда из ушей дым пойдет, скажи большое спасибо, товарищи, я уже кушал. И вот, когда перестройка закончится, вся вода утечет с крана, все леса вырубят, и пустыня Гоби продлится до стен Московского Кремля, спустится с небес ангел, посланец Бога, и скажет: «Допрыгались, мать вашу!» И отправит нас всех колоннами мимо ГУМа и Мавзолея прямо в преисподнюю. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of a face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above, I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh,
sea rushes. Oh, hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. На паперти
до любви с протянутой рукой. Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Мелькают Арбатом знакомые лица, аллеи цыганки заходят в дома. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то уж кони проносятся к яру, ну что загрустили, мой юный корнет? В комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут кабинет. А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут кабинет. Но кто нам угрюмый? Идем эскадроном, на бой вдохновляет Россия страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Ах, русское солнце, великое солнце.